80 лет назад, 22 июня, началась одна из самых кровопролитных войн в истории человечества – День памяти и скорби. Выставка под таким названием проходит в детской технической школе. На ней представлены модели техники военных лет, сделанные руками воспитанников школы. Подробнее в следующем материале. 22 июня – день, разделивший историю на «до» и «после». Трагическая дата, которой в искусстве посвящены многие произведения живописи, графики и скульптуры. Модели представлены военной техники, боевой техники того времени, военного времени. Вот. У нас на кружке мы занимаемся именно, вот, акцентируем на изготовлении военной техники Первой мировой, Второй мировой войны. Вот. И наша задача не только состоит в том, чтобы ребята приобретали технические навыки, творческие, но и воспитываем в них нравственное, занимаемся нравственным воспитанием, патриотическим воспитанием. Работы выполнены невероятно детально и выглядят настолько реалистично, что кажется, техника вот-вот начнет работать. Воспитанники школы рассказали, как создаются такие шедевры. Я делаю танк Т-26. Танк, который участвовал и в финской войне, во Второй мировой, и даже где был на Дальнем Востоке и в Японии. Т-26 был вооружен 45-миллиметровой пушкой, которая как раз создавалась для этого танка. Ярослав посещает школу дольше всех. На его счету уже 26 моделей. Есть призовое место в конкурсе. Мне 13 лет, я с 2015 года хожу в техническую школу. Я уже поучаствовал в двух выставках, и на одной из выставок моя модель заняла второе место. Техническую школу посещают не только мальчики. Интерес к военной технике есть и у девочек. В это сложно поверить, но диорама, представленная на выставке, сделана руками хрупкой Лучезары. Вот здесь изображена зима. Советские солдаты, они отстреливаются и остановились здесь, разожгли костер. Сначала это был простой танк, самый первый легкий танк. Потом мы решили здесь добавить колесики. Так тут была такая просто жесть. Мы делали колесики, специально вырезали еще пулеметик и получилась такая красивая диорама. Всего на выставке представлено около 20 моделей. Среди них бронированная техника, автомобили, самолеты и танки. Кристина Каспирович, Алексей Мехедов, Ертыс-Ахпарат.